Добрый вечер. В ночь на 28 марта на всей территории Латвии будет ясное небо. Днем везде будет солнечно, но в некоторых юго-восточных городах возможна небольшая облачность. Ветер переменного направления в среду будет слабым, где-то безветренно. Температура воздуха в ночные часы составит от минус 8 до минус 6 градусов. На севере Латвии похолодает до минус 11. Во второй половине дня температура составит от минус 1 до плюс 2 градусов. Теперь о погоде в столице. В Риге предстоящей ночью ждем от 8 до 6 градусов мороза. После полудня ждем минус 1, плюс 2 градуса. Северо-западный ветер завтра будет слабым. Весь день здесь будет солнечно. Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный. На этом погоде у меня все. Всего хорошего и до свидания.